Всем привет! Хотел поделиться таким интересным девайсом. Мне приехал совсем неожиданно. Познакомился с человеком в переписке по поводу модульных синтезаторов. Был подписан в группу Modular.ua. И, в общем, хотел понять, с чего мне начать. Он мне предложил с этой штуки. Давайте распечатаем, посмотрим, что это. Это самосборный модульный мини-синтезатор, с которого и начнется мое вступление в модульные синтезаторы. В общем, тут все так разбросано. Это кастл версии 1. Вам видно. Мини-синтезатор. Давайте распечатаем, посмотрим, что внутри. Приехало все разобранное. Собирай сам, учись. В общем, детальки. Тут потенциометры, переменные, кнопочки какие-то, микросхемы. Вот две. Самоплата. Такая вот. О, прикольно, тут даже припой есть. Прикольно. Есть припой для нашего чудо-девайса паять. Ключики для сборки. Проводки. Питание. Батареек 3,5. Сам корпус. Я так понимаю, какая-то наклеечка. Резисторы. Резисторы и диоды. И что тут еще? Мануал, как собирать, наверное, да? Я даже не знаю, как, что, куда паять. Наверное, надо зайти на их сайт и все прочитать. Ну, в общем, понятно. В общем, интересная такая штука. Вот, в общем-то, как он должен выглядеть. Типа вот так. Маленький мини такой. Ха, прикольный синтезатор. Кастл. Нам для этого понадобится это припой, паяльник и, конечно же, руки, терпение, чтобы сюда все подпаять. Ну хотя, тут все подписано, видите, 100 кОм, что-то подписано, все, в общем-то, видно. Навести, можно все разобрать. Итак, в общем, я спаял. Вот что из этого вышло. Засунул все в корпус такой ихний. Все держится, ничего не мешает. Не шатается. Все добротно, хорошо так сложилось у меня. Проблем с пайкой не возникло. Вот здесь только немножко краска облезла. Ну, то ничего страшного. Так понял, у меня вода сюда попала. Одна проблема у меня только была. Это не было USB гнезда. Оно почему-то не положили в комплекте. Пришлось допаять. Ой, сходить на радиорынок и купить там такое гнездо. Подобрать. В общем, такой вот малыш. Похож на Бима из мультика «Время приключений». Такой чудо-малыш. Малыш-малыш. Тут, в общем, что у нас тут есть? В общем, давайте посмотрим. Тут, в общем, есть переключение на батарейку. Или на USB питание. И разные моды, изменение формы волны, я так понимаю, это вот pitch мод, это режим высокого тона, изменение тембра, rate моды, это, я так понял, изменение темпа, LFO, темп, типа rate, изменение самого LFO, я так понял, изменение, я так понял, какой-то ступенчатый какой-то, наверное, секвенсор. Можно зацикливать несколько разных всяких звучков, накручивать. И, наверное, можно часами просидеть и крутить, и крутить. Ну, давайте подключим этот чудо-инструмент.
Итак, подключаем питание и выход на колонки. Тут есть еще второй, это вход для подключения внешнего источника звука и управления им через проводки. Вот левый и правый канал. И выход сюда, на OSC out. Итак, я включил. Сейчас включаем колонку. Вот такой вот звук первый. Без всяких проводков. Ну, в общем, как вы поняли, этой игрушкой можно играться долго, накручивать разные звуки, и вам не наскучит находить что-то всегда новое. Также сюда можно, как я уже говорил, подключить другой какой-то источник звука и попробовать поработать с ним. Что, в общем-то, дает какие-то такие интересные возможности использовать этот девайс. Спасибо, что посмотрели это видео. Ну, Шумух рассказал, если что-то не рассказал, спрашивайте, интересуйтесь, пишите ваши комментарии под кроликом внизу. Удачи всем, пока!